На пост-шоу «Холостячки» стало известно, что отношения Златы Огневич и Андрея Задворного не сложились. Однако запутанная история отношений Златы снова привела к Максу Тарапати, которого все изначально считали победителем шоу. Намеков на то, что именно с Тарапатой певица начала новый роман, было много. Пару даже видели во время прогулки по Киеву. А на пост-шоу стало известно, что Злата и Макс действительно очень близки. Но пока только как друзья. Макс поддержал Злату после болезненного разрыва с Андреем Задворным. Сейчас эта парочка вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как сказала сама Злата. Но пока они не торопятся с отношениями, а просто наслаждаются временем вместе. Думаю, что сейчас очень многие поклонники проекта надеются на то, что между этой парой завяжутся серьезные отношения. Также совместное фото со Златой и Максом опубликовал ведущий проекта Григорий Решетник с неоднозначной подписью «Злата Тарапата» или «Тарапата Злата». В инстаграм Макса тоже появилось нежное фото со Златой, которое он подписал «Златик» и поставил сердечко. Что бы это все могло значить? Как думаете, эту пару действительно связывает только дружба? Напишите ваше мнение в комментариях. А у меня на этом все. Услышимся!